Всем привет! Привет всем, друзья! Тут наша теперь многочисленная семья из 4 человек. Ты да я. Да, да, две внучки. Идем опять. Куда? Мы поедем на велосипеде прокатиться, а мама посидит с девочками. Потому что у нас нет другого варианта. Мы уже несколько дней просидели вот так дома. И вот так мы вышли из положения. Ну вот, друзья, в итоге дедушка тащит велики, с внучкой идет. А мы идем с малышкой, с нашей, да? Малышка, ты будешь себя хорошо вести у бабы Люды, да? А кто будет улыбаться? Она у нас всегда серьезная, но в последнее время, когда я беру в руки телефон, она старается улыбаться, потому что я ей говорю: Настя, ой, Софья, а где улыбка? Софья тоже уже ей приказы раздает. Тебе сказали читать. Прочитала сейчас одну страницу, и мы пошли. Читай быстрее, ходит ее, подгоняет. Давайте я вот догоню, давай. Давай, пойдем, Софья. Софья уже сжарилась, говорит, ой, как жарко. А мы почему пошли пешочком еще? Они должны где-то гулять, прогуливаться. Иначе не видать удачи. И Софья у нас первые 2 дня просыпалась, но сейчас она спит беспробудно. Даже я ее встаю укрыть, и укрывается сама. Вот такая вот девчонка стала. Привыкаем все потихоньку жить вместе. Что случилось, Софья? Да мы сейчас там кучу еще встретим. Я хочу пить. Пей. Ну, пей, раз хочешь. Что, боишься? Вот, для чего ты вот эту фигню несешь? Она хочет туда сорвать бабе Люды цветочек. Да. И это положить. Баба Люли. Нектар слить. Наполнить нектаром ее, как пчелка. Это баба Люли. Бабе Люды ты сорвала? Да. Ты подаришь его? Да. Ты будешь пить, Софья? Угу. Давай. Пожалуй, я еще один цветочек возьму, чтобы обмениться. Давай. И ты еще, Софья, хочешь? Да. Ой, детка куда ушла? Софья у нас везде за дедом бегает. Деда, ты где? Ты что делаешь, деда? Давай ручку, Софья. Такая погода, просто жарко. А так-то хорошо прямо. Да, Софья? Да. Солнышко печет? Да. Ах, водитель! Как вкусно пахнет, приятно. Да мы их сейчас догоним. Что случилось, Настюша? Несет одуванчик бабе Люды. Софья, ты устала? Да. Ну ты еще можешь пройти, да? У тебя кроссовок расстегнулся. Давай скорее застегнем. А то тебе неудобно. Вот умница, молодец. Ну вот, Софья у нас устала, решила проехать на велосипеде с дедой. За нами с Софией в погоню пустились вот эти две дамочки. Настя с бабушкой. Настя с бабушкой, еле догнали, запыхались. 0 км/ч. Ты бы что запыхалась-то, ты же сидишь на велосипеде. О, пятерку уже едем, смотри. Смотрите, как мы едем. Настя у нас сказала, на машине едет. Я тоже на машине еду. София тоже едет на машине, не расстраивайтесь. Два. Далекие края, да? Да. Баба Люли. Вот так мы едем. Решили ехать на велике. У меня шляпа нету. Шляпа? Она... Убоишься. У меня шляпа от ветер дует. Ветер дует? Да. Все, мы приехали уже. Хоп, прыгаем. Так, приехали. А наши вон идут. Они маленькие, да, София? Да. Стоим с Софией в тенечке, ждем, да, София?
Вон они идут. Баба Лариса и внучка Настя. Решили нас обогнать. Видишь, какие маленькие. Вы маленькие. Как в прошлом году на речку брали. И кузнечиков половить. Ну давай, погнали. Ну вот мы и прибыли. Ну вот, ребята, мы сдали наших внучек. Вырвались наконец-то на оперативный простор. Я соскучилась по велосипеду. Да, прокатились уже. Где-то от них километра 3 уехали. Вот, еще впереди. Вон туда. До Барнаула. Еще впереди. Сейчас скажу, сколько. Километров 8 еще. 8. Нет, меньше, наверное. Да мы еще по делам выехали. Нам же еще дела надо сделать. Мы на обратном пути заедем по делам. По магазинам, да. Ну все, включимся. Сейчас мы немножко водички попьем. Отдохнем. Я еще от похода. Перекусим, от... палатку разобьем. От похода не отошла. Настю тащила, когда на велике. Да, Настя, уже нелегкая, мадам. Все, двинулись в путь. Дальше. Ну вот, ребятушки, приехали мы уже к старому мосту. Видите, тут строительные работы идут вовсю. На мост, естественно, не пускают. Хотя там вон люди ходят, ну это рабочие, наверное. Вот такие вот перекрытия. Тут много лежало. Ну, видимо, немного. Там немного уже осталось. Наверху. То есть работы идут. К концу лета пообещали перекрытие положить. Зной начался. Все, жара. Пока. Сейчас Лариса покажет высший класс пилотажа. Езду без рук, смотрите. Вау! 3 секунды целых. 2. О, пошла, давай! Держись! Держись! Смотрите, что делает. Хочет дроболызнуться. Скорость надо быстрее. Да, и задушка у меня чуть ниже была. Видите, перенастроила сидушку и все. Настроение другое, скорости нет. Здрасте. Маленький стаканчик дайте. О, квасик такой сейчас попьем. Видите, ржаная курочка. Хлебный. Пока Лариса в магазин пошла. Сум, видите, у нас вот такой светофор. Я расположился здесь в тенечке под баннерами. Куплю, наверное, Борисе тоже. Такой импровизированный стульчик. Барнаульский пивоваренный завод.
заехали за продуктами, набрали. Юра вез мой рюкзак, потому что он очень тяжелый. И сейчас я пошла за внучками. Мы сейчас пойдем домой. И почапаем мы еще 2 километра до дома. Да. Привет. Ну как, погостили? Хорошо. Хорошо? Ну и что девочки, мы сейчас идем. Не надо, не иди, не морайся, Настя. Ну вот, познакомились с девчонками они тут. Настя у нас быстро знакомится. Очень общительная, гиперактивная девочка. Ты что, здесь упала, что ли? Да. Аккуратно, давай сразу сумки смотрите, кладем. Вот смотрите, ребята, когда идти неохота, сразу начинают работать мозги. Видите как? Видите, как едут? Внучка Настя с бабой Ларисой. И мы едем. О. Намного быстрее. Держи рукой. Все крепко держи. А то свалимся и все сразу. Нифига, 17 километров в час всего разогнали. 18. Классно? Да. Тебе нравится? Да. Я еще буду кататься, да? Держаться, держаться, держаться. Так, София пересела к бабе. Ты сказала, что у деда плохо. Да уж, гнала со мной, сказала, что у меня плохо. Ну, понятно. Пришли мы домой, девчонки упали, лежат обе по разным диванам. А я купила вот это вот все в светофоре. У меня это... Я истратила на продукты 1342 и плюс еще 54 я истратила за хлеб. Матнакаш и булка хлеба. Что я купила? Я купила карбонат юбилейный, купила сервелат венский, купила палочку молочной колбасы, купила... Что я купила? Орех свиной, купила сыр, купила по-шведски... Смецкий сельдь-филе, сметану, вот этот вот какой-то напиток, микс-джуз, 2 пакета молока и вот такую вот копченую щечку. Щеки копченые какие-то, закусочный, мясной продукт закусочный. Ну вот все мои покупки. Творог еще купила. Буду делать ленивые вареники. Творог там недорогой, кстати. Я посмотрела, по 148 рублей творог 9%. Юра, а ты вчера почем творог брал? Я думаю, что помню. Ну, я чек выкинула, но хотела посмотреть. Ладно, мы сейчас будем готовить бутерброды или сэндвичи. Ты сэндвич будешь или бутерброд? Сэндвич. Ребят, вот облепиховый морс. Это мы с Ларисой сами собирали облепиху. И теперь она... Это облепиха еще с прошлого, даже, наверное, с позапрошлого года в морозильнике. И Лариса периодически после, ну вот когда жара, варит, ну такая прелесть. Еще когда немного там сахарку, чуть-чуть совсем, такой чуть-чуть с кислинкой, обалденный морс. Сели мы обедать. Видите, какой у меня сэндвич, смотрите. Какой вкуснейший. Я сюда сыр вот себе не положила. Один кусочек всего расплавила. Обалденный сэндвич. У меня аж слюнки текут.